Да, вот это должен быть центр, по идее. Или дальше надо ехать. Какой-нибудь парк бы, конечно, заскочить. Спасибо. Так, куда тут можно съездить все-таки? Пытался написать одному человеку, одному блогеру. Что-то он не очень хочет встречаться. Ну, не хочет, как хочет. А, вот, ответил все-таки. Короче, вроде бы договорились о встрече. Если все получится, то все получится. Если не получится, то не получится. Поверните направо. Поверните направо. Поверните налево. Поверните направо. Короче, парк. Какой-то тут. Маршрут перестроен. Договорились о встрече здесь, короче. Ну, думаю, приедет. Это что за парень? Это нас, ребята, Сережа встретил со Стритамака. На его канал будет ссылочка. Серега у нас занимается доставкой в Яндексе. Ну, давайте чуть позже расскажем поподробнее. Тут уже на пляже отдыхают. Сергей занимается доставкой в Яндексе. Бывает, выходишь, наверное, в Delivery. А, в этот достависта, да, тоже? Здесь достависта работает, нет у вас? Здесь нет ее. Сергей работал в Москве, по-моему. Много видео есть у него на канале. Кому интересно, посмотрите. В Уфе тоже работал. Он в разные города ездил, да? Работал. Ну, в принципе, больше никуда не ездил. Но в Москве работал, по-моему, пешим ходом, да? Да. Смотрел видео твои. Сейчас он приобрел новый велосипед. У него был старый, старый сейчас продает. На новом, я думаю, будет зарабатывать еще больше. Велосипеду, кстати, 2 дня. Да. Всего лишь. Да, 2 дня назад приобрел, собрал. Вот пахнет прям навьем. Угу. Там крутые пацаны. Мы круче, мы на великах. Ну как на великах? Там не велик. Тут велик. Сколько скоростей есть? Его, ну, 8 сзади, 3 спереди. 8 сзади, 3 спереди. Угу. Начинается движуха непонятная. Да, тут людно уже. Да. Что еще расскажешь? Да что рассказывать? Ничего пока что. Сейчас поеду работать вот на новом велосипеде. Пока он проехал только 30 километров где-то. Угу. Еще толком он даже не знал, что такое доставка. Вообще он предназначен был, наверное, вот когда с завода выходил, думал, на мне будет кататься какой-нибудь парень в галстуке, там, до офиса и обратно. Но нет, его приобрел Серега, и он сейчас даст ему просраться хорошенько. Вот. На Сережин канал. Канал «Не любитель» будет ссылочка в описании, ребят. Переходите, смотрите, подписывайтесь. Канал 18+, кстати. Детям не рекомендуется. Так что подписывайтесь. Сейчас Сергей на работу. Я покатаюсь по Стерлитамаку, посмотрю,
подумаю, возможно, переночую. Все, приехали обратно. Ага, понял. Что, сейчас куда поедешь? Не знаю, покатаюсь, посмотрю по карте, что, что там есть, какие-то памятники, может, туда-сюда. Чуть-чуть покатаюсь, посмотрю, потом подумаю. Если время останется, зарядиться. И время останется доехать до Уфы, то стартану в Уфу. Если нет, то спущусь обратно сюда. Напишу в группе. Тогда я полетел, если что, на связи, от души, чтоб откликнулся, приехал все-таки. Сначала что-то так себе, да, менжевался чуть-чуть. Ну, я там клиента же ждал. А, неожиданно. Ладно, ничего страшного. Ладно, Сергей, от души давай, на связи еще что. Я полетел. Давай. Давай. Памятник, ребят, небольшой. Надеюсь, нас не наругают, что мы сюда заезжаем. Вы приехали. Спасибо, что используете Багис. Скорее, идет репетиция. Скорее всего, да? Легендарный танк, ребят. Т-34. Экшн-камера разрядилась, приходится снимать на телефон, но качество ничуть не хуже. Это вот башня, то есть глушилка, как это называется, я забыл. Вставал я тут на подзарядку, к ребятам заезжал, все, зарядился, сейчас поеду в Уфу. Я сколько должен? Ну сколько? Абсолютно. От души. Как вас по имени? Илькин. Илькин? Да. Понял. Я зарядился, поехал. Все. Как хорошо. Вас по имени? Ильгюн. Ильгюн. А, вы братья, да? Родные? Да, родные. Понял. У вас свадьба еще не скоро, да? У него уже была, у него скоро сын родится. О. Он раньше меня женился. А, ладно. Все, ребят, удачи. Ладно. Я полетел. Хорошей дороги вам. До свидания. Спасибо дороги. Большое. Будем смотреть ваши ролики. Хорошо, спасибо большое. Будьте наши края, заезжайте. Обязательно. Да. Спасибо.
выехали, ребят, из Теледомака. Он вон там находится. Посмотрите на эту красоту. Это просто бомба. Спуски, подъемы. О, красоте! Такс. Время у нас 19:11. Башкирское время. Заряд у меня 73%. Вот думаю, остановиться может мне лучше, а? Спокойненько. Переночевать, а завтра ехать дальше. Так и сделаем, ребят. Целый день вот этот шум трассы. Ну, почти целый день. Уже начал надоедать, если честно. Мы сюда к вам, с вами заедем сейчас. К вам, хотел сказать. Куда-нибудь. На окраину леса. Там кинем палаточку. И все будет отлично. Надеюсь, меня тут волки не сожрут. Или медведи. Вода есть, еда есть, батон я взял, майонез есть. Самое главное майонез. Моя любимая. Майонез мой любимый, то есть. Чуть-чуть подальше встанем от трассы. Здесь населенный пункт Толбазы, или Толбаза, я не знаю, как правильно. Вот за трассой, на той стороне дороги. Так, куда бы нам встать? Там с трассы спуск сюда был слишком крутой. Скорее всего, сюда редко очень кто заезжает. Мы с вами где-нибудь здесь упадем. Нужно выбрать местечко поровнее и... без этих мышиных отверстий. Иначе они нас задолбают. Там с интернетом нормально жить можно. Все, распаковка, чек. Решил остановиться здесь, ребят. Красивое место, чистое. Кинем здесь палатку, переночуем, а завтра с утра стартанем дальше.
так вот у нас все получилось. Все отлично. Сейчас будем, ребят, вести стрим. Солнце уже взошло. Начинается новый день. Доброе утро, сказал бы я вам, ребят. Но время уже 13:47. Почему так? Потому что вчера был стрим. Сегодня я монтировал видео. Вы его уже смотрите, наверное. Не наверное, а смотрите. А я все еще еду в город Уфа. Спасибо за донат, Андрей Е. Огромное спасибо, Андрей. Вот хотя бы маленькая копеечка, ребят, она меня может выручить. Вот говорите некоторые мне, вот да что там вот эти 50 рублей, что тебе они дадут? Ну вот ты дашь 50 рублей, другой даст 50 рублей. Немножко наберется какая-то сумма хотя бы. Там рублей 300-500 наберется, я могу хоть заехать чебурек купить. Я переоделся в шортах и футболке. Сейчас выезжаем. Осталось, по-моему, осталось 80 километров. Мы отсюда, скорее всего, не поднимемся. Нормально поднялись. Нам ехать в ту сторону. Не люблю трассу, ну куда деваться. Прохладно на трассе, ребят. Думал, нормально будет. Ненормально. Эх, блин. Нужно толстовочку приодеть. Ну что, идите ко мне на ручки.
все нормально, ничего не ломается, ничего не болит. Летим дальше. Опа. Сейчас нам предстоит огромнейшая гора. Подъем, то есть. Вон там вдалеке. Вам, наверное, не видно отсюда. Но очень крутой, крутой этот подъем. Очень крутой. Такой я еще не встречал. Там вдалеке, возможно, главная мечеть. Ну все, ребят, я в городе Уфа. Самое интересное будет завтра. Сегодня, на сегодня все. Ищем ночлег. Долго катался, искал, где бросить палатку. Прямо здесь бросаем. Завтра увидите. Все, спать, 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 спать.